Сегодня мы продолжаем цикл передач совместно с Конгрессом татар и Государственным ансамблем песни и танца Республики Татарстан. И поговорим мы сегодня с вами о мурзах. Мурзы – это высшее дворянское сословие татар. И, конечно же, хореографам 21 века надо показать именно это и познакомить вас с хореографией, через призму хореографии показать именно высшее сословие татар-дворян. Итак, мы начинаем. Конечно же, в движениях хореографов это прежде всего степенность. Это не резкие движения, это очень степенное положение рук, это очень степенное положение взгляда девушки на мужчину и наоборот. Но и, конечно же, хореографы 21 века используют такие движения в хореографии, чтобы она дала нам возможность понять характер и принадлежность к дворянскому сословию. Это, конечно же, крупные позировки рук. Это владение землей. Это припадание колену к девушке. И также отношение парня к девушке и отношение девушки к парню. Ну и, конечно же, одним из основных элементов хореографии, что давало бы нам понять о принадлежности к высшему сословию, это, конечно же, наездники. Это условие того, что разговор между девушкой и мужчиной идет во время прогулки. Поэтому у мужчин это более ярко выраженные, у девочек менее выраженные проходки наездников. Вот это мы сегодня будем использовать в нашей хореографии. А я приглашаю своих друзей. Основное движение. Движение наездников. У девушек более степенное. Альбиночка, за мной. Повторяешь. Два, три. Стопа выкладывается. Рука может работать. Рука может работать. И также к себе и в повороте. У мальчика это более жесткий ход. Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И основной ход. В паре наездники. Поехали. И раз, и два. Полоборота на девушку. Раз. Девушка, поворачиваемся. Раз, два, три, четыре. Саша, комбинация. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Альбиночка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поворот. Два, три, четыре. Повернулись. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз и ключ. Раз, два. Поворот. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Поворот.